Поисково-спасательный отряд позвонил участник зарегистрированной туристической группы, которая находилась на перевале Малого и Большого Тхача. Это Майкопский район Республики Адыгея. Мужчина сообщил, что одной из участниц похода стало плохо, подозрение на аппендицит, требуется срочная эвакуация. Из Сочи сразу же вылетел вертолет с 5 спасателями на борту. Приземлившись в районе перевала Тхача, они транспортировали 23-летнюю краснодарскую туристку на борт и оказали ей доврачебную помощь. На базе спасательного отряда в Сочи девушку передали врачам скорой помощи. Пострадавшую доставили в городскую больницу номер 4.